после того, как вы подготовили свой автомобиль к теплому времени года, наверное, стоит поговорить не только о его внешнем состоянии и техническом состоянии, но и с той точки зрения, чтобы машина приносила вам удовольствие. А это, наверное, зависит в том числе и от хорошей шумоизоляции. Чем меньше звуков проникает в вашу машину, тем вам комфортнее, спокойнее и легче переносится любая дорога. Вот сегодня как раз и поговорим с вами о шумоизоляции, какие маты нужно положить, в какой последовательности и, самое главное, где их подобрать, где их взять, эти шумоизоляционные материалы. Чтобы разобраться в теме шумоизоляции, мы обратились к экспертам магазина «Карбон-69». Для достижения эффекта минимальными средствами первым делом шумоизоляцию стоит накладывать на арки и двери, а потом оградиться от шума пола и багажника и проклеить потолок. Но по комплектующим рецепт почти всегда одинаков – несколько слоев. Первый слой у нас фиброизоляция пойдется, второй слой – это шумоизоляция, третий слой используется блокатор, это мембранка вот такая. Армированная битумная композиция. Сверху мембрана влагостойкая, воду не пропускает, ничего не приедет, все моется, пылесосится прекрасно. Выбор комплектующих для шумоизоляции в магазине огромен. Главное определиться с задачей для комфорта в автомобиле или даже для соревновательных целей. Но максимальный рецепт есть. В идеале нужно Dark композиция. Вся линейка представлена, двойка, тройка, четверка. Это облегченный вариант. То есть, ну, лист 4 мм, а весит, как обычная, наверное, полторашка. По характеристикам намного лучше. Вижу. Вспененная резина, воды не боится, клей используется красный, он влагостойкий, термостойкий, то есть у вас ничего не отвалится никуда. Наносится легко, везде растягивается, то есть проблем никаких нет. Блокатор сверху, на обшивке у нас используется материал SoftWave. На обшивке, на потолок, на карты дверные, это шумопоглотитель, то есть он все полости закрывает и убирает эхо. Это максимум, но добиться результата можно и малой кровью. Есть вариант зашумить всю машину материалами на сумму всего от 3000 рублей, и эффект будет. Сомневаетесь? Обратитесь к консультантам. Плюс при магазине есть свой сервис. Мы оказываем услуги по нанесению, по демонтажу старой виброизоляции, которая плохо сделана была. То есть можно все приобрести и поехать. Можно записаться, мы даже сами все возьмем. Встретим вас, в принципе, автомобиль оставите. Через день, через два заберете. Шумоизоляция – это комфорт вашего автомобиля вне зависимости от погоды за окном. Как говорится в интернетах по-современному, ставьте лайки. Ну или смотрите программу «Гараж» ровно через неделю. Пока.